Хочу пригласить вас принять участие и проверить свою силу и ловкость в командных состязаниях «Гонка патриотов», которая состоится 2 июня в городе Новочебоксарск на территории Ельниковской рощи. Старт будет проходить на Яблоневой поляне напротив кадетского лицея 2 июня в 10 часов 30 минут. Регистрация участников начнется в 8 утра и продлится примерно до 9 часов 30 минут, после чего с капитанами команд будет обход по трассе, после чего открытие и первый старт. Принять участие в состязаниях может каждый. Главное, чтобы вам на момент проведения соревнований исполнилось 18 лет. Так как состязания командные, к участию допускаются только команды в составе 5 человек. Они могут быть как чисто из мужчин, так чисто из девушек, так и смешанные. С более подробной информацией, с положением, заявками вы можете ознакомиться в официальной группе ВКонтакте. Ссылку вы видите сейчас на экране.